Готовность номер один. Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов и глава региона Дмитрий Азаров подвели итоги подготовки области к чемпионату мира. В совещании приняли участие руководители региональных управлений и федеральных структур. В Самаре была построена самая большая нестоличная арена. Уже через 9 дней на ней пройдет первый матч. Сразятся сборные Коста-Рики и Сербии. Внимание российских болельщиков, безусловно, будет приковано и к игре нашей национальной команды. На Самарское поле она выйдет 25 июня. Соперник – Уругвай. В целом стадион примет 6 матчей, 4 в групповом этапе, а также 1/8 и четвертьфинал. Вместимость арены – 45 тысяч болельщиков. Уже скоро фанаты начнут прибывать в регион. Известно, что 300 дополнительных рейсов обслужат Курумыч в рамках Мундиаля. Впервые приземлится в Самаре и широко фюзеляжный Boeing 777-300ER. На нем прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. В преддверии чемпионата область сильно изменилась. Приведены в порядок знаковые места, построены тренировочные площадки, дороги, закуплено оборудование в больнице, машины скорой помощи, новый пассажирский транспорт. Все это станет наследием чемпионата.